Всем привет! Сегодня 16 июня 2016 года. У нас идут дожди. Уже второй день. И решил я заняться в эти дни сборкой противовеса для трактора своего Massey Ferguson. Делал я ее из бочки из-под масла инжиндировского 200-литровой. Вот такая вот конструкция. И заливать ее буду цементом. Вот наварил всякой фигни. Вал. Заказали, сделали на заводе. Вытычили. Так это будет выглядеть.